Показываем новый художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который был снят 60 лет тому назад, но все эти годы пролежал на полке. Судьба фильма трагична. Он сразу не понравился. Товарищу Сталину. Беспримерным авантюризмом золотой рыбки и буржуазными потребностями старухи, желавшей стать то столбовой дворянкой, то вольную царицу. Вместо того, чтобы вступить в колхоз со своим корытом.